Приветствую всех на моем канале Одесса, 6 ноября. Вчера вечером по Одессе ударили Ониксом и Искандером М. Об этом сообщило оперативное командование Юг. Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов. Художественный музей в исторической части города, отнесенный в наследие ЮНЕСКО. Также была атака ударным дроном типа «Шахет». Она была направлена по предпортовой инфраструктуре Одессы. Попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника и автомобили с зерном. В результате российской атаки в Одессе повреждены 32 жилых дома, в Приморском районе 10 и в Хаджибейском 22. Число раненых возросло до 8 человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. 3 человека с незначительными ранениями получили помощь на месте и 5 госпитализировали. Их состояние стабильное. На данный момент в Одессе все спокойно. Я желаю всем хорошего дня. Берегите себя.